Телезрители Севера выбрали свой хрустальный колокольчик. В рамках детского музыкального конкурса наша телерадиокомпания объявила СМС-голосование. В прямом эфире вы выбирали лучшего, на ваш взгляд, исполнителя, по итогам которого победителю достался специальный приз. Кто стал его счастливым обладателем, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. По итогам голосования лучшей участницей хрустального колокольчика была названа Алиса Демчук. Кроме того, Алиса Демчук стала лауреатом второй степени конкурса «Хрустальный колокольчик» в номинации «Эстрадное пение». Она, как и все дети, любит играть в куклы, смотреть любимые мультики и, конечно, мечтать. Я мечтаю выступить на большой сцене и стать звездой. По словам музыкального руководителя детского сада «Сказка», для достижения этой большой цели у маленькой исполнительницы есть все. Я уже этого ребенка заметила со второй младшей группы, когда я еще только 3 года была. Уже у нее талант был, прорисовывался. Она у нас первый раз выступила, у нее был дебют в прошлом году на выпускном вечере в подготовительной группе. Пела в составе тоже ребятишек, небольшая группа пришла на праздник. Очень она, конечно, тогда блеснула. Сразу видно было, что ребенок одаренный. У Алисы Демчук есть не только талант, но и, как у любой звезды, есть и поклонники. И я болел за Алису очень сильно. На все 100. Болел за Алису не только Дима. Болели и все воспитанники и сотрудники детского сада «Сказка». И очень обрадовались, когда узнали, что она стала не только лауреатом, но и получила приз зрительских симпатий. А сегодня еще специальный подарок от нашей телекомпании. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».